Такого Курск еще не видел. Яркие воздушные шары различных форм и цветов взмывают ввысь с главной площади города. Зрелище, которое ускоряет сердцебиение и вызывает неподдельный восторг. Владислав Архипов приехал на фестиваль из Липецка. За его плечами уже более 1500 полетов на аэростате. Порой пилоту приходится быстро думать и принимать решения в небе. Был полет над городом, также прилетела туча, мы снизились на высоту 50 метров, и нас туча просто гнала от себя, и нам очень сильно повезло. Мы ушли за город, сели благополучно, даже летели рядом с дождем, он прям вот у нас шел в 20 метрах от нас. Ну, даже капли не поймали. Такой был интересный полет. С одной стороны радуга, с другой проливной дождь. Вот такой был полет. Пилот аэростата внимательно изучает прогноз погоды, чтобы избежать неприятностей в небе. Путешествие на аэростате – довольно непредсказуемое приключение. По сути, мы летим туда, куда дует ветер. Регулировать высоту можно при помощи специальной газовой горелки. Неподготовленный человек зачастую не может прогнозировать поведение воздушного шара в различных ситуациях. Это не была посадка, просто приземление, и парень вышел порвать цветочки. При потере веса шар моментально взлетает, мы поднялись на 300 метров, порвали ему вот такой дыркой штаны, и он потом бежал 500 метров за нашей посадкой, ну, с цветами в руках. На день города погода оказалась более чем благоприятной для покорителей неба. Виды центральных улиц Курска с высоты птичьего полета впечатляют. Дымка над частным сектором перед закатом завораживает. Но вечно любоваться красотами нельзя. Прошел час, пора спускаться с небес на землю. Здесь есть свои трудности. Проводов очень много, но может быть сядем, может быть. Приземление получилось мягким. Потушить купол помогали местные жители. А часом ранее в Курске был установлен танцевальный рекорд России. На Красную площадь города вышли более 1600 человек из разных творческих коллективов областного центра, чтобы поучаствовать в пляске Тимоня. Это традиционная пляска Курской области, и курская пляска Тимоня является одним из символов Курской области и признаком курского характера. Удаль, развеселая, хождение по кругу. Участники флешмоба с трудом поместились на площади. Танцоры образовали 17 кругов и задорно плясали под композиции русского народного хора имени Пятницкого. Станислав Костиков, Антон Латышев, Максим Леонов, телеканал 7.